Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby, как обычно. Мне понадобится белый и черный цвет. Где-то, ну, белого, наверное, полмотка и черного совсем чуть-чуть. У нас будут ножки, ручки, ушки и здесь на тельце там пару рядов. Черным глазки тоже мы еще вышьем и носик, это то, что черным. Крючок номер 4. Также нам понадобится обычная иголка с ниткой, наполнитель, маркер. У меня вот такой, шпилька, самый лучший маркер. Ножнички и носик. Нам нужен будет 12 миллиметров, маленький носик. И глазки 14 миллиметров. Трапеция у меня глазки голубого цвета. Кстати, кто в Украине находится, глазки, носик и все остальное для создания игрушки, холофайбер, там пряжу и так далее, можно купить в моем магазине. Ссылочку на магазин я оставлю в описании под видео, поэтому милости просим. Так, глазки 14 миллиметров. Ну, в принципе, все. Можно начинать. Такая она красотка. Кстати, эту пандочку, это девочка, ее зовут Мия. Ее Макар так назвал, он у меня ее забрал. Она ему очень понравилась.